Борьба с последствиями обильных снегопадов в округе продолжается. В Нахабино на улице Панфилова сейчас организован вывоз навалов снега, которые образовались ранее при очистке проездов и пешеходных тротуаров. Были жалобы, не скрывают коммунальщики, ситуацию исправляют. Оцениваю его хорошо, даже можно сказать отлично. Каждый день убираются рабочие, вся техника, бульдозеры, самосвалы, все, в общем, с утра до вечера, как снег выпадет, так сразу. Очень организованно, мы довольны. С января месяца вывезли 244 320 кубов. И каждый божий день вывозится от 50 до 70 самосвалов. В основном с трудностью приходится сталкиваться, это запаркованность автомобилей. Привлекаем ГИБДД, соответственно, эвакуаторы. Чтобы жители пошли навстречу и убирали свои авто во время чистки, коммунальщики тесно сотрудничают с управляющими компаниями. Они организуют работу по информированию граждан, на входных группах развешивают объявления.